Всем привет, мои дорогие зрители! Я сегодня приготовила хлеб. Посмотрите, какой красивый хлеб. Из тахиновой муки, кунжутной. Выпекала в форме. Посмотрим сейчас, какой он выйдет. Надо было с другой стороны, но ничего. Сейчас посмотрим внутри, какой он хлебушек. Надо другую форму мне приобрести, я так чувствую. Но столько я не использую. Смотрите, настоящий хлеб получился. Обалденный. Он сухой такой. Светлана начала фиячить. Попробую на вкус. Блин, вкусный. Вкусный, друзья мои. Я же села сейчас на интервальное голодание и кето-диету. Вот. Такой рецепт нашла. Приятного аппетита. Что входит в состав этого хлеба? Я беру 5 яиц. Взбиваю миксером до хорошей пены. Добавляю туда 2 столовые ложки яблочного уксуса 30 миллилитров. Добавляю 15 миллилитров, 1 столовую ложку простой воды. Добавляю, ой, вкусный такой, друзья мои, тахин, кунжутное масло. Сейчас покажу вам, какое. Вот такое у меня кунжутное, тахин. Даже не смотрела, не читала, так как не вижу, что там. Вот, 260 миллилитров, запомните. Соль пол чайной ложки и чайную ложку разрыхлителя. Перемешиваю миксером и в конце добавляю тмин. Вы можете травы провансальские добавить, там в рецепте было, но у нас нет этих трав, поэтому я добавила тмин. Залила форму вот такую, вы же знаете, да, она сейчас у меня не этот, надо ее мыть. И посыпала семечками. Подогретую, разогретую духовку, температура 180 градусов на час. Потом с Пашкой посмотрела, вытащила из формы, она у меня остыла. И все, друзья мои, вкусняшка. Кушайте, это очень полезно. Настоящий хлеб, смотрите. Смотрите, крошится еще. Обалдеть, и жирненький, сытненький. Ну, а это моя рыбка, которую я приготовила вчера. Сейчас побрызгаю лимончиком. Вот тут есть еще винегрет. Буду кушать. И с хлебушком это все. Замечательное меню. Я сижу четвертый день на этом питании. У меня нет чувства голода. У меня было сегодня интервал 20 часов. И я не хотела кушать. Я знала просто, что время нужно кушать. Рекомендую. Друзья мои, кто-то там мне писал, что есть одна там женщина, даже не знаю, как ее зовут, что мой Ашкем от меня убежит. Почему мой Ашкем должен от меня убежать, скажите, пожалуйста? Что я делаю такого, чтобы он от меня убежал? Ну, я только стала правильно питаться, я не... Ради худения, а ради здоровья, потому что я почувствовала сигналы в своем организме. И это мое право, право каждого. И вы можете делать со своим организмом, что вы хотите. Я делаю все то, что хочу. Смотрите, какой у меня замечательный салат. Здесь и квашеная капуста, и здесь и руккола, и листовые салат. И орешки есть тоже. И много лимона. Оливковым маслом все полито. Раньше я питалась неправильно. А посмотрите, у меня какой обед. Домашнее яйцо жареное. Грудка, запеченная в духовке. Вот я покажу вам, что я делала. Тут и маслины, и тут и сыр, и капуста. Я не знаю, как это съем. На десерт у меня вот углеводы. Можно только ягоды. Клубника. Ну, она была заморожена у меня. И голубика. А здесь уксус яблочный с водой.
Вот смотрите, мои хорошие, я сегодня с утра сделала себе еду на несколько дней, потому что на это очень много времени идет. Вот. Это мне хватит на 2 дня. Вот это, пока я доем эту капусту тушеную. Я очень люблю капусту. Вы не переживайте, мой муж от меня не убежит, потому что я тоже о нем позаботилась. Сделала ему соте. Прекрасное соте. Это я для птичек приготовила. Это моя капуста вот еще осталась. И вот еще макароны вчера. Он будет соте есть макароны. Так что мой муж не убежит от меня. Мои птички на месте. Ну, а мне приятного аппетита. Думайте о здоровье своем прежде всего. И я очень рада, что я изъяла фрукты из своего обихода, потому что я устраивала сахарную кому для себя. В принципе, я была на правильном питании, а вечером у нас была тарелка фруктов. Я не понимала, что столько сахара я жру, и почему я не уменьшаюсь в весе своем. Как хорошо, что у меня заболел зуб, который, кстати, мне его вчера удалили. Я пошла к врачу. Он, значит, посмотрел, начал что-то там делать. Потом в итоге он мне его вырвал, потому что сказал, что он увидел там внутри иголку, инородный предмет. Посмотрите, какая прелесть, мои дорогие, мои цветочки. Вот никак не могу покушать. Мои сокровища. И такие цветочки, и такие цветут. У нас весна, по-моему, друзья мои. Сейчас я буду их поливать потом, потому что они нуждаются в водичке, хотят водичку. А это, смотрите, у меня цветочек вырос. Вот, листочек у меня такой появился. Ой, мои дорогие, надо поменять тоже здесь. Цветы попадали. Вчера я клетку поставила с попугаями. Вот они все. В воскресенье не хочу тоже с ума сходить, да? Надо же отдохнуть. Лучше всего все это бросить нафиг. То, что нужно не доделать. И пойти на набережную погулять. Смотрите, какая погода. Сейчас вот я покушаю, переоденусь и пойдем с мужем гулять. А вам приятного просмотра и благодарю за ваши лайки, мои дорогие и любимые зрители. Решили с мужем выйти на улицу. Прошвырнуться со шкемчиком моим. Видите, сколько пикников. Людей очень много на набережной. И погодка такая хорошенькая. Надеюсь, меня слышно хорошо. Хорошо собрал денежки. У меня мелочь была в кармане, видала, отдала. Немного, но все-таки последнее, что было. Кошелек не взяли со шкивом. Мне кажется, уже весна пришла. Всем привет, мои дорогие, мои любимые зрители. Возвращаюсь я от девочек. Купила соду. Мой рюкзак такой полный, что приходится нести сюда. Сейчас зайду, пройдусь по базару. Посмотрю, прикину, что мне надо. А мне что надо сегодня? Что мне надо сегодня? Грибочков, помидорчиков черри. Я с удовольствием бы. Ну и много чего не надо. На интервальном голодании кето-диете. Только нужно много овощей, листовых. В общем, посмотрим. Так. Пошли мы по базару. Посмотрим цены. Так, 10 лир стоит
Марл. Мне нравится. 25 цветная капуста, брокколи 10 и 15 есть. Очень много апельсин. Уже они такие сладкие. Мне надо помидоры по 30 лир. Вы видите? Картошка по сколько? Картошка по 20. 18 лук. Так, толкаются. Яблочки есть и по 50. Говорят, органические. 30 лир помидоры, мои дорогие. А мне нужно и огурчики 20-20, капусточки. Все это есть. 40 лир уже бананы. Грибы. Какую цену, интересно? 75. Там. Вот, 100 лир. Вот это мне надо. Ташка ему скажу, мы, наверное, придем вдвоем. Остальное ничего не надо, друзья, потому что оно все, это сахар. Я уже понимаю, какую ошибку я сделала раньше. И почему я не худела. Вот моя еда. 10 лир, вот моя еда. Помидоры красивые. Ой, вот эти помидоры какие красивые. Так, чеснок. Вот здесь 120 лир. Видите, 45 бананы. Здесь авокадо по 100. Хурма 30. Ну, вот такой базар, мои дорогие. Надеюсь, вам понравилось. Дали мне вот такое вот голосовать за нашего Вахапа, настоящего сейчас мэра. Ну, поживем, увидим. Спросили, гражданка я или нет. Я сказала, конечно, я гражданка. Вот так буду голосовать.